Один человек погиб и один пострадал при пожаре на заводе в Уфе. Огонь вспыхнул в цехе газоразделения предприятия «Уфа-Оргсинтез». Там загорелись две цистерны с метановодородной смесью. Перед возгоранием произошел взрыв на открытой площадке. Пожару присвоен 4-й номер сложности из 5 возможных. На месте работают около 130 спасателей и 44 единицы техники. Кроме тушения очагов огня, специалисты охлаждают соседние емкости с топливом. Трубопроводы перекрыты. Угрозы распространения огня нет. По мере выжигания остатков газа пожар локализуют и ликвидируют. На месте работает лаборатория, которая следит за концентрацией вредных веществ в воздухе. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.